Всем привет, друзья! Наш лимончик расцвел, ему нужно помочь опылить цветки и образовать зависть. Поэтому мы берем кисточкой вот так вот пыльцу и переносим. Пробуем опылять. Посмотрим, получится зависть или нет. Так, с этой стороны еще. Так, туда не повернется, поэтому я с этой стороны. Плотные цветки такие. Так, и с той еще стороны. Получится с разных цветков, пыльца попадет на разные цветки, получится тоже пыли. Очень пахнет цитрусом. Так, и здесь еще цветок раскрылся. Вот так вот, будем ждать плодов.